Всем привет! Пришло письмо с интернет-аукциона «Мешок». Это у нас Краснодар. По-моему, продавец так и называется. Аукцион. У него только монеты и купюры. Аукцион. Так, по фиксированной цене у него нету. Что бывает не очень хорошо, как у меня получилось. Я одну монету какой-то чек выиграл, одну купюру, по-моему, за 80 рублей. Он торгует где-то дня 2-3, торгует, потом перерыв небольшой и опять начинает выкладывать лоты. Я выиграл одну купюру. Как бы доставка там, по-моему, 80 рублей. Невыгодно было мне. Попросил его до следующих потерпеть. Вроде согласился. И потом я еще одну прикупил купюру. Это у нас 5 рублей 91 года. Без обращения должна быть. Состояние отличное. Вот она у меня вышла, по-моему, 80 или 90 рублей. И второй раз я давно хотел вот эту купюру. 93-й год, 100 рублей. Тоже без обращения. Купюра классная. Не хватало. И она мне вышла меньше 100 рублей. Ну, плюс доставка еще 80. 90. Продавец адекватный, брал уже несколько раз у него. Проблем нету, то что заявлено, то и присылает. Спасибо за просмотр, комментируйте, подписывайте. Ссылку на продавца оставлю. Пока-пока.